Ребята, и всем привет, вы попали на канал Guys and Girls. С вами Лерка Валерка. Анютка Малютка. Али Баба, Дмитрий, верховный судья всех заметных котиков. И Пашук. Просто Пашук. Ладно. Пашук, за Пашук. Послушалась. Тихо. Нет, я не послушалась, просто... Да. Ну да, давай. Всем привет, народ. Иди в жопу. Сегодня мы рассказываем страшные истории. Почему мы веселые, я так и не понимаю. Если сегодня постреляешь... Ай, да хватит! Мы с ним, между прочим, только что дрались. У нас был фок. А! Это был бой, честно. Лера, что ты делаешь? Ого, давайте. Кто первый будет рассказывать страшную историю? Рассказывай. Лерка, Валерка, рассказывай. Ладно, давай ты. Все, закройтесь. Короче, давайте отодвинемся назад. Давайте назад отодвинемся. Ты сильно много тебя в кадре. Ой, господи. Короче. Давайте, ну, чего вы веселые? Сейчас отступаем. Ну, грустно, на самом деле. Тихо, тихо, давай. Мунку. Короче, жила-была девочка. У нее не было папы, но была мама. Простите, ребята. Это даже похоже шутка на черный юмор, но все нормально, мы просто кончены. Вообще-то не смешно. Я увидела, что Дима начал смеяться. Короче, была девочка, была у нее мама. Все, тихо, ребят, давайте, ну, без этого. Это не смешно уже. Жили они в частном доме, напротив них был заброшенный дом. Мама девочки сказала: никогда не ходи в тот дом, даже не заглядывай в окна. Там папа. Не смешно. Я с Димой смеюсь. Лера, рассказывай. Я уж понял. Рассказывай, да, все. Короче, был этот старый заброшенный дом. Мама сказала девочке никогда в него не смотреть. Не подходить близко даже. Было поздно вечер. Девочка гуляла. Зайчик, прости. Девочка гуляла, и она решила побежать к тому дому и заглянуть в окно. Она увидела кучу людей с черным лицом и красными глазами. Как Дима? Черными глазами и с красным телом. Наоборот. Дима, почему ты красный? Все, я ведь горю. И, короче, девочка очень сильно испугалась, побежала домой. Когда зашла в дом, она увидела то, что ее мама уже была с таким же черным лицом и красными глазами. И сказала: мама девочки, больше... Ой, я же тебя просила не заглядывать туда, даже близко не подходить. Мама схватила девочку за руку, повела в тот дом, и они там остались. По ночам девочка бегала по всем домам и смотрела в окна. И все, кто ее видел, умирали, либо очень сильно заболевали, после чего умирали. И в один день все люди собрались и сожгли этот... Тихо! Это я. И сожгли этот дом. Все. Это уже не... Аня, наверное, когда подчеркалась. Продолжаем. Давайте мою историю. Это слишком страшная история. И мы поняли вашу проблему. Клуб анонимных страшилищах. У меня, в общем, история такая, такова. Не знаю, как ее рассказать. А это Аня или кто был? Это не я был. Руки вот так держите. Загибай палец, если... Как Даша Корейка. Даша Корейка, Даша Согрейка. Короче, один раз... Ну, уже нет. Девочка. Младшая. Которая маленькая. Ёкаламаны! Как она упала? Что откуда она полетела? Это духи. Это духи. Это сломайся, как они? Дурак. Чё держишь? Чё духи-то рядом валяются? Такая жизнь. Короче, мне даже не убрано. Может, их кто-то... Что? Что? Короче, девочка, девочка гуляла с... Да ну что за хрень? Переиграл, понятно. Соседи. Короче, девочка гуляла с куколкой. И один раз она идет
Короче, ну, как это было? Эта история была на реальных событиях. Мне ее рассказывали на реальных событиях. Девочка гуляла с куколкой, но это было, может, 1930-е где-то. Вот мне бабушка еще рассказывала. Девочка гуляла с куклой, и на поселке один раз, короче, у них была там, жила бабка такая, короче, как поняли, как это оказалось после, это была ведьма. Тихо. Слышали? Я тоже слышала. Слышали? Тут не голены. Короче, на геологов жила бабушка. Называется этой девочкой. Слышишь, кто-то носом пошмахал? Это я была, наверное. И, короче, эта девочка, чтобы вы понимали, встретила эту бабушку. Какую бабушку? Старушку. И, короче, девочка очень просила... Ой, бабушка очень просила, дедочка. Девочка, дай, пожалуйста, игрушечку, ну, пожалуйста, ну, поносить, погулять. И, короче, она говорит, я тебе за это взамен дам зеркальце. Девочка сразу... У тебя есть дома кот, собака, хомяк, крыса? Кроме Димы нету. Тогда я не знаю, что это было. Нет, серьезно, я не буду проверять. Я так тем более... Мальчики, вы же не сукуны, идите, проверьте, что... Это может быть соседи. А теперь я показываю, какие соседи. Там, где просто шкаф? Не знаю. Переиграли, понятно? Два раза. Не, я боюсь сейчас проверить. Давайте потом уже. Давайте. Короче, Дим, проверяй. Давай, нет. Аня, проверяй, на мужика, давай. На мужика. На мужика. Тихо. Твою дивизию. Это уже не смешно. Офигеть. Блин. Тихо. А можно и спинку мне почухать? Ряд, тихо. Нет, в шкаф. Я в шкаф не полезу. Ладно, все, давай, расскажешь историю, потом... Может, от соседей эхом шкаф идет, блин? Давайте, давайте. Давай, рассказывай историю. От соседей. В чем тут соседи? История. Дай. Ну, кто ты? Неизвестно. Алло. Алло, чего вы молчите? Мне позвонил номер, он молчит. Реально позвонил номер и молчал. Давайте, короче, можно я даже расскажу историю? Дальше, да, давай я расскажу. Короче, и девочке очень понравилось это зеркальце, которое бабушка предлагала взамен на куколку. Чтобы вы понимали. Короче, и эта девочка взяла это зеркальце, и, короче, бабушка сказала, в любом случае, что бы ни случилось с этим зеркальцем, никогда в него не смотри. Хоть она была очень красивая, но никогда не... Мне это уже не смешно. Ай, Дима, вот это уже не смешно! Бери камеру. Что это за... Я не знаю. Снимай. Ты чё, дура тупая? Как ты тут оказалась? Ты больная на голову? Ты дурочка? Ты дебилка? Ты сюда. Ты чё людей пугаешь? Ай, больно. Да ты неадекватная? Я реально штаны наложил, блин. Ты чё людей пугаешь? Больная на голову, блин. Смотри, что ты ржёшь? Что ты ржёшь? Меня объясни. Иди домой. На камеру объясни людям, что ты ржёшь. Зачем ты такое делаешь? А кто тебя пустил? Тебя мама пустила? Зачем ты такое делаешь? Ты ненормально? Ты видела, мама спортила. Бестолковая. Жоп тебя видно не было. Продолжай рассказывать страшилки. А зачем ты это делаешь? Давайте вторую часть просто. Короче, народ. Конечно, зачем ты такое делаешь? А тебе надо. Дим. Короче, ребята, я предлагаю обращаться. Ребята, давайте следимся во второй части с вами. Ждите вторую часть, мы вас очень любим. Всем пока-пока. Блин. Я люблю вас. Да больно!